Меня зовут Кирилл, мне 11 лет, я из Харькова. Мой любимый фильм «Маска». А я боюсь иногда темноты, потому что я смотрел страшилки в детстве, а потом боялся темноты. Сам, если дома, и в темноте страшно. У меня хобби – это баскетбол, футбол, бадминтон и волейбол. Проигрывать это не очень хорошо для меня. Когда я забиваю гол, я радуюсь тоже. И команда тоже радуется, потому что мы выиграем, ну, там, 1-0, там, допустим. Актер должен быть веселый. Интересный, а не скучный, как сидит так и молчит все время. И все.